У меня для вас есть отличные новости. Теперь можно узнать, кто из ваших соседей играет в Hearthstone. Для этого нужно просто установить приложение, включить поиск. А еще приложение показывает людей рядом, которые хотят пообщаться. Тут даже можно найти симпатичных девушек вдруг в шагах от себя. Ссылка на приложение в описании, оно бесплатное. Качайте на Android и ищите единомышленников. Ну, такое себе, ну типа... Вполне вероятно, что он может лебнуть после такого хода. Довольно-таки неприятно, когда ты вытаскиваешь два существа, выкладываешь их, тебя убивают одной картой за одну ману, и при этом выкладывают сковородку с неистовством ветра. И ты такой типа, ну блин! А у него фростболта-то нету, поэтому... Несущийся... У меня 4 маны. Вообще 2 маны. Фейс. Сегодня я выбираю фейс. Сморг. Вообще, есть несколько тысяч правил у охотников. Прежде чем бить все в лицо, нужно понимать, что лицо это не единственная штука, которую нужно бить. Все такие охотники. Как? И ты такой, типа. Ну вот так, нужно иногда делать размены, нужно понимать, когда нужно сделать... Остановить, бить лицо и идти в размен. Потому что ты можешь уйти в дикий минус. Но тут все равно стоит кода, наверное, бахнуть, чтобы он еще одну карту не получил. В принципе, может не разменяться. Но если я его ударю в лицо, то у него останется 8 хп. И если у него сейчас не будет никакого таунта, то я его молнией на следующий ход добью. Окей. Ну, в принципе, это еще решаем. Он и неплохо придумал. Так, ну, в принципе, можно заморозить, можно... Да, блин, ну, придется молнии тогда. Ну да, ну смотри, если я так сделаю, то у него будет огромное желание убить сковородку. Поэтому есть смысл... Поставить главу культа, чтобы он разменивался огром с главой культа, потому что огром будет очень сильно напрягать других моих существ. А если разменяется с 4-2-4-4, то это очень-очень круто! Чем он может меня сейчас наказать? Ну, еще одним таунтом, аркан взрывом, который сейчас на 2 ударит вместо одного Близзардом. Ну, по-моему, все. Что там еще есть? Не знаю. Ну, типа, аркан взрыв никто не берет на арену, тем более Близзард. Ну, это что такое? За 6 всем по 2. Это все равно, что человек, когда выбирает Близзард, он думает, всем по 2 урона. У паладина есть освещение, которое бьет всем по 2, но оно стоит 4 маны. Я же не дурак, чтобы брать Близзард за 6 маны. Вот не накажешь. Наказал. Ну и, в принципе, хотя люди забывают то, что он это самое замораживает Близзард. Ну чё, габелы? Хотя если он сейчас не разменяется с 4-2, у меня большие шансы топдекнуть какой-нибудь хекс, если он у меня есть. Или элементаля огня. Ну ладно, придется делать долгую игру, размениваться, жить и надеяться, что я смогу когда-нибудь его добить. Я знаю, что ты уже хотел там писать свой комментарий, томат. Летал. Да вижу я, А в этот раз меня не наказали. Пошел в лицо, еще и победил. Окей. Еще и голды дали, то есть они еще и поощряют меня за то, что я иду в лицо.